Здравствуйте, представляю вам мужское белье ОВС. И у меня для вас приятный сюрприз. В этой упаковке, которая весит 5 килограмм 2 грамма, только мужские трусы, плавки или боксеры. Причем основной состав это все-таки боксеры. Трусы выглядят вот таким вот образом. Угу. Размеры разные. Ну, вот они, например. И они также есть в упаковках. Какие-то без упаковки, но они видно по ним, что они новые. А какие-то вот так в упаковке. Потом, значит, плавки. Вот видите, различных цветов. Они точно так же есть без упаковки, а есть в упаковке разных цветов. Вот, по 2, по 3 штуки. И основной состав это все-таки боксеры. Вот тоже плавки, элька, размеры разные. Я не скажу, что здесь маленькие. В основном здесь где-то элька, XL размер. И боксеры всевозможные, разных расцветок. В общем, с этикетками и также они в упаковках. Итак. Самый главный волнующий вопрос по нижнему мужскому белью – себестоимость. Да? Себестоимость у них получается 133 рубля. Основное количество – боксеры. Стоимость упаковки – 9688. Спасибо!